А в Берлине сегодня встречали участника воздушных сражений времен Великой Отечественной войны. Штурмовик Ил-2. Самый массовый боевой самолет в истории. Он сегодня приземлился на аэродроме, где пройдет авиашоу, посвященное Второй мировой войне. 75 лет назад именно этот самолет принимал участие в боевых действиях в Заполярье. 25 ноября 43-го штурмовик был подбит. Экипаж смог посадить машину на лед озера Кривое. Летчики спаслись, но Ил затонул. Спустя много лет его подняли на поверхность поисковики, восстановили и снова поставили на крыло. И вот сегодня он смог долететь до Берлина из Калуги с несколькими дозаправками.